Всем привет! У нас таки Томочка разродился. Вот видите, ему уже интересненько. Что ж такое? Хозяйка здесь наплела такое интересное, да? Смотри, Томочка. Круто. Самка? Это такая у тебя, между прочим, самка эклектуса, вот как раз в таких тонах. Фиолетово-розовый. Нет? Ну, смотри на косички. Нет, ну это уже прогресс, учитывая то, насколько консервативен Томчик. Я даже не удивлюсь, если он сейчас улетит. Что, мама? Непривычно, да? Очень, скажет, странно. Хозяйка у меня. Я к такому еще не привык. Это Липсик у нас прокачанный. Он готов уже ко всему. И не удивляется абсолютно ничему в этом доме. А вот Томочка все еще не растерял свой консерватизм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!